четверг, 5 декабря, в Камерном зале Рязанской областной филармонии прошло торжественное открытие 9-го международного конкурса скрипачей имени Владимира Бобылева. В этом году в Рязань приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Астрахани, Воркуты, Сургута, Омска, а также Казахстана, Беларуси и Украины. Девятый раз, 9-й конкурс. Не юбилейный, но так нам дорогой. Любой конкурс, связанный с именем выдающихся людей, таких как Владимир Федорович Бобылев, это наше нравственное здоровье, это наше отношение к миру, такое отношение, как было у великого педагога Владимира Федоровича. И в этом году фактически конкурс расцвел так, как он с недавних пор задумывался. Мы в этом году принимаем представителей России, учеников из Белоруссии, Украины, Казахстана. Состав жюри — это созвездие величайших талантов и педагогов из России, из Соединенных Штатов Америки. У нас есть прекрасный сайт, который пропагандирует конкурс, и посредством которого многие, не только россияне, но и многие представители других государств узнают о конкурсе, что делает серьезный, составляет потенциал конкурса. Поэтому вот мне кажется, что каждый из нас, кто причастен к этому конкурсу, кто находился многие годы вместе с этим конкурсом, испытываем чувство удовлетворения от правильности нашего дела. И такие конкурсы, безусловно, нуждаются в самой широкой поддержке. Потому что эти несколько дней – это несколько дней большого праздника образования и культуры. И есть не только церемония открытия конкурса и закрытия конкурса, есть необыкновенно интересные и вдохновенные дни прослушивания. Поэтому, безусловно, сегодня большой праздник, сегодня начало вот такой культурной, образовательной недели. И мы все вместе, и это очень для нас значимо. И я думаю, что каждый из нас сделает все, чтобы это продолжалось всегда. И я очень рад приветствовать всех, кто прибыл на наш конкурс. Я от всего сердца благодарю учащихся, участников конкурса, их педагогов, концертмейстеров, родителей. Я низко преклоняюсь перед организаторами конкурса и перед членами жюри. Это действительно большое событие, когда такие педагоги приезжают к нам в Рязань, и у нас есть возможность живого общения с ними, такого общения, которое, безусловно, сопровождает и будет сопровождать все эти дни каждого из тех, кто участвует в этом конкурсе. Поэтому всех вас, дорогие мои, с праздником, с началом 9-го международного конкурса скрипачей имени Владимира Федоровича Бобылева. И, безусловно, мы желаем всем участникам здоровья, сил, ну и исполнения тех планов, желаний, надежд, которые сейчас витают в воздухе. Дай Бог, чтобы все они сбылись. С праздником! Всего самого!